Что такое лидогенерация? Лидогенерация – накопление базы потребителей, которые заинтересованы в ваших товарах или услугах. Лидами называются покупатели и потенциальные клиенты из сегмента вашей целевой аудитории. Лидогенерация предполагает взаимодействие с потребителями. В ее основе лежит привлечение клиентов и получение контактной информации. Для создания базы лидов иногда используют личную коммуникацию. Получить лиды, к примеру, можно на встречах, презентациях и выставках. Но одним из самых популярных методов лидогенерации остается интернет. Всемирная паутина позволяет получать контакты через формы на веб-сайте компании, посадочные страницы, форумы, блоги, вебинары. Для генерации лидов с помощью интернета также используют естественный маркетинг, поисковую и медийную рекламу. Инструментами директ-маркетинга для привлечения клиентов является электронная и обычная почта, а также SMS-рассылки. Процесс лидогенерации состоит из четырех этапов. На первом из всех посетителей выделяются потенциальные клиенты и покупатели. Затем происходит конвертация, то есть остается только целевая аудитория. На третьем этапе совершается сделка. Клиенты покупают ваш товар или услугу. Далее специалисты работают над удержанием покупателей, которые должны стать поклонниками бренда. Уровень квалификации лидов во многом зависит от способа привлечения клиента. Рассмотрим несколько примеров. Конвертация соискателя, который оставил резюме на сайте, упрощается за счет детальной информации. Заполняя анкету, такой человек указывает не только контактные данные, но и свой опыт работы и желаемую должность. Значит, мы знаем о нем достаточно, чтобы предложить конкретный товар или услугу. Если потребитель скачивает купон, он оставляет совсем немного данных. Чаще всего это имя и адрес электронной почты. Однако его выбор позволяет нам провести квалификацию по предпочтению. Помните, что пользователь, который обменял свои контакты на бесплатный контент, не всегда станет вашим клиентом. Но с помощью таких маркетинговых практик, как рассылка или вебинары, вы можете отсеивать всех нецелевых пользователей. Профессиональные маркетологи используют несколько инструментов для генерации лидов. Одним из самых эффективных остается посадочная страница – landing page. На этой странице должен быть эффективный оффер, то есть привлекательное предложение для клиентов. Это может быть, к примеру, бесплатная рассылка с полезным контентом. Заполнив форму сбора данных, клиент получит доступ к вашему уникальному предложению. Важной составляющей каждой посадочной страницы является призыв к действию. Им может выступать картинка, кнопка, текст или ссылка. На целевую страницу клиенты попадают после того, как кликнут по рекламной ссылке. Для создания базы лидов стоит использовать любые каналы. Сайт компании, онлайн-видео, подкасты и все виды онлайн-рекламы. На этом пост видеоблога LP-генератор окончен. Я желаю вам высокой конверсии. Если вам понравилось видео, поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на наш канал и смотрите наши другие видеоматериалы. Всего вам хорошего!